Так, ребят, пока что мы достаточно успешно проходим миссию скорой помощи. Не знаю, что мне так было трудно в нее играть в 2020 году. Может, потому что был коронавирус. Но это еще ладно, это еще, как говорится, не вечер. Еще только 4-й уровень. Вот опять девушка кровью истекает. Давай садись. А, места нету. Вот это подстава. Блин, вот это подстава. Вот сейчас вот мы возьмем и не успеем, понимаете? Надо было сразу смотреть, что места нет. Ну я и осел. Сейчас мы их высадим, и нам сколько дадут плюсом? Нам дадут там плюсом, блин, 15 секунд. И потом, как говорится, плюс 25 секунд. Фу. Видишь, мало, все равно мало времени. 40 секунд мне до него добраться. Я его сейчас посажу, и сколько мне за него накинут. Еще тут полиция. Все, слава богу, хорошо. Хорошо, посторонись, скорая едет. В следующий раз тебе понадобится. Давай, садись, дорогая. Ну давай быстрее цокай, а. 29 секунд. Ну ладно, это еще ничего. Это еще ничего. Главное, вот как назло. Ты полиция ведь, ты обычно ездишь, ее днем с огнем не увидишь. А вот когда она мешается, вот тогда она обязательно есть, а? Ну это не свинство. Так, 58 секунд. Еще, кстати, нам приплачивают неплохо, ребят, я вам скажу. Так, давай быстро. Так, плюс 15 секунд этого. Ну, скорая помощь, она же не случайно скорая. Это же не черепашья помощь, она скорая помощь. Так, стоп. Тогда зацепим этого, который рядом. Да отцепись ты. Ладно, давай. Ловите меня. Вот в этом, как говорится, заключается все общество. Ты здесь ездишь, спасаешь людей, и тебя в итоге ловит полиция. Ну что это такое? Да цепись ты, как говорит гусь. Да цепись ты, тупая скотина. Вот сейчас, пока я буду выгружаться у больницы, они меня прижучат. Свободных мест 3. Напряженно, ребятки. Ой, напряженно. Ой, напряженно. Давай, быстрей. Здесь надо все вот буквально сшибая на своем пути. Так, два места у нас, да? Минута 0,5. Этот поди клиент далеко. В принципе, если можно было бы его высадить, кстати, сейчас, может, нам бы дали дополнительное время, кстати, может быть, еще мог бы быть такой эффект. Давай, залезай, братан.